И так начинаются праздники. Дайте шуму! Громче, громче, громче! Я надеюсь, именно так вы будете встречать всех на этой сцене. Ну что, Паша, начинаем? Погнали! Добрый день, уважаемые гости, студенты и преподаватели! Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. И в первую очередь вчерашних абитуриентов, те, кто еще месяц назад не знал, куда подать документы. И вот мы здесь, в одном из лучших университетов страны. С этим мы вас и поздравляем. Все аплодисменты в вашу честь. Дорогие первокурсники, теперь вы вливаетесь в нашу большую и дружную семью. Отныне вас всех можно причислить к самому выносливому. Самому находчивому, самому креативному, самому веселому содружеству в мире – студенчеству! Сегодня в университете традиционный праздник, в котором главные герои – первокурсники. И сейчас мы выясним, какой же факультет самый звонкий, самый легкий и самый веселый. Ваши аплодисменты! Механико-технический факультет! Громче! Факультет компьютерных наук и электроники! Финансово-экономический факультет! Юридический факультет! Дорогие друзья! Вы становитесь участниками первой для вас в университете самой торжественной и значимой церемонии. Посвящение в студенты! Знамя университета несет студент механико-технологического факультета, лучший командир лучшего студенческого стройотряда международной молодежной стройки Кузбасс-300 Владислав Конаков. В сопровождении финалиста конкурса «Королева весна 2019» студенток финансово-экономического факультета Ирины Беляни и Екатерины Дорошенко. Для торжественной церемонии на сцену приглашаются ректор Полоцкого государственного университета, доктор философских наук, профессор, член Совета Республики Олег Александрович Романов. Встречаем! И первокурсники, студент механико-технологического факультета Вильям Стацевичус и студентка юридического факультета Алина Аликина. Встречайте! Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, дорогие первокурсники. Я рад приветствовать вас в нашем университете 1 сентября в статусе студентов Полоцкого государственного университета. Когда мы с вами встречались во время приемной кампании, я говорил о том, что совершенно искренне считаю, что вы поступили в один из лучших университетов нашей страны, что вы сделали правильный выбор. И я сейчас хотел бы подтвердить вот эту свою мысль. Я рад тому, что вы сделали правильный выбор. Мы сделаем все для того, чтобы учеба в нашем университете была для вас временем светлым, радостным, творческим. Временем, которое запоминается, которое станет основой для вашего успешного развития, уже скажем так, во взрослой жизни, профессиональной жизни. Поделюсь таким своим воспоминанием. Вот для меня лично мои студенческие годы – это очень значимый, очень светлый этап в моей биографии. На этой основе, на основе студенчества, на том, чему я научился, какие личностные качества сформировал, была построена и строится до сих пор моя последующая жизнь. Университет помог сформировать мне определенные личностные качества, которые привели к тому, что в своей профессиональной деятельности получил некоторые результаты. Я уверен, что наш университет поможет вам сделать именно это. Развить вашу личность. Сформировать такие качества, которые позволят вам быть профессионалом, гражданином, патриотом, человеком, который сделал сам себя. Наш университет имеет все для того, чтобы
решить эту задачу, добиться поставленной цели. Я сегодня особо хочу поприветствовать наших студентов из Республики Узбекистан. Они приехали в нашу страну. Мы рады видеть вас, ребята, в стенах Полоцкого университета, в коллективе Полоцкого университета. Наша культура, культура Беларуси, менталитет белорусов – это менталитет доброжелательства, гостеприимства, уважения к различиям, к тому, что тем особенностям, которые имеет каждый человек. Я уверен, что наши студенты всех стран, любых национальностей станут друзьями, будут вместе учиться, дружить. И вот эту дружбу между людьми, между нашими народами будут нести в последующей своей жизни. Желаю вам успешной учебы, достижений, открытий, радости творчества, дружбы, то есть всего того, для чего нужно студенчество. Поздравляю вас с началом учебного года, с тем, что вы стали студентами Полоцкого государственного университета. Прошу всех встать. Ректор университета вручает ключ знаний нашим первокурсникам. Огонь знаний передает студент факультета информационных технологий, призер областного конкурса «Студент года 2020» и победитель специальной премии «Кредитоведов 2021» в номинации «Студент года» Даниил Сыцевич! Но знание огонь не угасает для тех, кто достоин звания «Студент». Горит священный факел знаний, и каждому несет немеркнущий свой свет. Свято чтить и развивать лучшие традиции и обычаи университета и приносить новое и светлое в его жизнь. Неустанно постигать истину, жить в согласии с самим собой и окружающими, всегда оставаться жизнерадостными людьми. Быть достойными исторического прошлого Полоцкой земли. Все усилия направлять на созидание и процветание нашей страны. Любить Беларусь! Все вместе! Клянемся! 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 Звучит гимн студентов всех времен и народов. Гимн Полоцкого государственного университета. Thank you.
занять свои места. Аплодисментами провожаем участников торжественной церемонии. Дорогие первокурсники, вас поздравляют почетные гости нашего праздника. Вас пришел поздравить член Совета Республики, его не будет. Песня. Хорошо, мы идем к песням. Во имя любимой страны, родной Беларуси, наш труд и наука, мечты и достижения. Встречайте, лауреат и обладатель Гран-при международных вокальных конкурсов Елизавета Загурская. Встречаем! Команды международных хореографических конкурсов. Студия «Дансмикс».
Полоцком государственном университете нереально интересная жизнь. Яркие, талантливые студенты и преподаватели генерируют новые идеи, чтут и приумножают любимые традиции. Дорогие первокурсники, вы только в начале своего студенческого пути. Впереди у вас только самое интересное. И у нас есть тому подтверждение. Лучшие студенческие отряды нашей страны и международные молодежные стройки учатся в нашем университете. Вас приветствуют бойцы стройотрядов победителей Сочи и Эврика Полоцкого государственного университета. Наградите ребят бурными аплодисментами! Добьемся того, что так долго хотели. Будет нами гордиться страна. Вступив в наши ряды, ты многое найдешь. По жизни с отрядом ты пройдешь. Поставить каждый раз плечо. Любые беды ни почем. Лишь вместе достигнем мы высот. Платил по всей стране тысячи ребят, белорусский студенческий отряд. Белорусский студенческий отряд. Снова в дорогу и снова к вершинам. Вместе идем, ничего не боясь. Нам много не надо, чтобы в дороге отрядная песня звонко лилась. Мы молодые, нам хочется делать, родины жизнь создавать из Борис. И в мире не будет ни единой вершины, которой с тобой он нам не покорит. Вступив в наши ряды, ты многое найдешь. По жизни с отрядом ты пройдешь. Поставить каждый раз плечо, любые беды ни почем. Лишь вместе достигнем мы высот. По всей стране тысячи ребят, белорусский студенческий отряд. Белорусский студенческий отряд. Давайте не будем жалеть наши ладони, как мы не жалеем энергии для вас. И еще раз проводим наших победителей. Громче, громче! И снова на сцене образец таланта и успеха. Встречайте! Финалист республиканского конкурса «Студент года», дипломант и обладатель гран-при в международных вокальных конкурсах Эрика Конюхова! Друзья, зажигаем эту тему вместе с Эрикой! Свой полет по жизни легкий сделай сам. Заряжай, выше заряжай, выше облаков паруса, выше неба паруса. Свой полет по жизни легкий сделай сам. Там, где потеряли мы такой план, просто так отпускай. Обретая снова крылья небеса, если босиком, а не на каблуках, просто потому, что нам такая судьба. Дерзай, допускай, чтобы все начать сначала. Двигаться по жизни надо, чтоб кайф, чтобы было им наполнено лайф, чтобы было куча-куча долларов, чтобы было бед всех мало-мало. Мы живем один раз и сейчас, мы живем один раз, это про нас, чтобы делать мир добрее для всех людей, что рядом и вокруг нас. Мы живем в этом мире, чтоб призом ворвался в твой дом. Живем в этом мире, чтоб было что вспомнить потом. Живем в этом мире, чтобы сиял.
выше неба паруса. Свой полет по жизни легкий сделай сам. Там, где потеряли, мы находим глаз. Просто так, как скай. Обретая снова крылья, не беда. Если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так разница. Теряй, так пускай. Чтобы все начать сначала. Настрой, свернусь прям поры, как соль, буду молодым. Ведь есть еще на скорость, чтобы делать то, что мы захотим. Музыка не бизнес, так что волком двигаться по жизни надо легко. Если ты навстречу ей бежишь босиком. Мы живем в этом мире, чтоб ритм порвался, твой дом. Живем в этом мире, чтоб было, чтоб вспомнить потом. Живем в этом мире, чтобы сияла любовь, любовь. Бесконечность в суете, мы становимся как все. Но чем ярче свет твой, тем дольше проживет в каждом из нас любовь. Выше неба паруса, свой полет по жизни легкий сделать сам. Там, где потеряли, мы находим глаз. Просто так отпускай. Обретая снова крылья, не беда. Если босиком, а не на каблуках. Просто потому, что нам так качество. Зеленая, как пустая. Чтобы все начать сначала. Чтобы все начать сначала. Отпускай. В течение года наши талантливые студенты завоевали множество наград в международных, вокальных и танцевальных онлайн-конкурсах, среди которых более сотни дипломов первой и второй степени, порядка 10 высших наград Гран-при. Встречайте! Победители номинации «Талант года 2021», специальные премии «Крыница ветов», дипломанты международных вокальных конкурсов, хоровая студия «Инвента». Поддержим! Чем вчера.
как нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нас. Знаете, не могу не поделиться своим мнением. Я очень люблю иностранных студентов. Думаю, к моему мнению присоединится весь университет. И сейчас встречайте на этой сцене дипломант в номинации «Талант года 2020», специальной премии «Граница ведов», победитель международных вокальных конкурсов Семира Гончо. И Семира приглашает всех танцевать. Можно танцевать вместе с нами. На сцене призер специальной награды признания премии «Граница ведов 2021», лауреат и обладатель нескольких гран-при международных вокальных конкурсов Джонни Мутомбо!
vino dell'amore. Ti racconto a sento, cuore mio dolor, così forte, così grande che mi tradisce tira canto santo, cuore mio dolo, così forte, così grande che mi tradisce il cuore. Вероника Жукова, солистка вокальной студии «Настроение», призёры республиканских и международных вокальных конкурсов. Встречайте! Музыка будет оплакала. Я с тобой везде неизменно пусть. Буду танцы здесь не пускай грусть. Пусть поется пляс и порой светит. Музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни нам и улыбок строй. Ты готов со мной эту песню бой. Сегодня до поздна, моя, танцую. Под нашу росою, пока не светло. Сегодня до поздна, моя, танцую. Под нашу росою, пока не светло. Сегодня до поздна.
информация по ящику или информация на ящику, но я про жизнь знаю сердце, честный очень. И эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше из них. Взлет не быстро, но какой точно. Стай, стай, убивай проще. Пусть польется пляск информации. Музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни, рад и улыбок стук. Ты готов со мной эту песню поть? Танцуй, мама, я танцую и подношу осуду. Баба, не спи дома, и надо дать глаза. Мама, я танцую и подношу осуду. Баба, не спи дома. Информация навязчивая, но я по жизни от сердца, честно очень. И эту песню я пишу не ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем больше мы здесь, тем больше мы здесь. Сделай быстро, но какой прочный, какой прочный. Стай, стай, убивай прочь, убивай прочь. Мама, я танцую, хорошо танцую. Баба, не спи дома, сына не глаза. Мама, я танцую, хорошо танцую. Баба, не спи дома, сына не глаза. Сейчас встречаем моих любимчиков на сцене. Дипломант международных конкурсов современной хореографии. Студия современного танца Tory Dance. Been on a jet all day, yeah, ooh. Even when I'm chill, I'm still cool, yeah. Take a drink and then I be cool. It's kinda tricky, no trick, I be cool, yeah. You get right back, every day, yeah, babe. I can't write back, you'll see my face, yeah. Every day, I can't hide that. Danny Lane, what they say, yeah. When I write that, yeah. Sit right, real tight, got a nigga craving, yeah. All night, that's right, pulling on a date, yeah. Both way, fit nice, but see how away. Pass that real tight, got the nigga craving, yeah. Am I young? Am I young?
Друзья, университет состоит из массы запоминающихся событий. Он дает множество возможностей. Всегда верьте в себя, в свои силы, ставьте значимые цели и достигайте их шаг за шагом, потому что все зависит от нас самих. Зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби мне сомнения, встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи в сомнениях, люби, помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Доверяй только чувствам своим и раскрашивай счастьем своим каждый день. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Никогда не сдавайся, забудь о мечте, не для этого есть ответ. Здесь причин полно и искри, словно звезды ночи. Обязательно птицу мечту распишись полночь. Доверяй только чувствам своим, оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о помощи, то помоги, если силы качаются, помни, что здесь. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас. Не отдавай свою свободу. Не отдавай свою свободу. Не отдавай свою свободу. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Не отдавай свою свободу. Не отдавай свою свободу. Не отдавай свою свободу. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Друзья, мы еще раз поздравляем вас с праздником, с Днем Знаний! Желаем, чтобы студенческие годы стали самыми лучшими. Скорее вливайтесь в нашу семью. До новых встреч!